Всем привет! С вами Санта, и мы записываем вот специально для конкурса Plantronics On Air. Смотрим мы матч команды RockSkiz против AuRox в рамках конкурса Gamecom Dota 2 Holiday Tournament. Это финал турнира Best of 3. Вторая игра, первую выиграли RockSy. И ждет нас очень интересная игра, я думаю. Необычные у нас пики довольно. Чего стоит лич в хардлейне, который ест крипов, включаемый. Крипстаты команд. И мы тут уже подумали, что Магнус личом — это уже хорошая комбо. Если Магнус будет хорошо стягивать, то Роксам здесь не поздоровится. Пик команды AuRox выглядит значительно сильнее, чем у Роксов. Но Роксы, я думаю, на скеле дадут хороший отпор. Необычный у них такой пик, экзотический. По героям. Найкс у команды AuRox в роли кэрри фармит на легкой. Саппортит ему Леон. Бэтрайдер у нас лесной. Магнус в миде — это довольно-таки стандартно. Ну и самое интересное — лич в харде. И, возможно, это сейчас будет ФБ. От БЗЗ, думаю, да, должен он убивать лича. Нет, и пропустили мы все-таки ФБ, сделал его Магнус на паке. Немножко не хватило БЗЗ. Ему саппортит Никс, Фурион весной, пак в миде и Дред на клоке в харде будет противостоять лайфстилеру. Дред как-то слишком, мне кажется, бычит. Да, сейчас... Нет, не пошел дальше Найкс. Я думал, если он еще чуть-чуть бы прошел, Дред бы его закрыл в коге, и я думаю, скорее всего, бы убил. Тем временем крипстат лучший пока что у пака, который уже успел умереть. Бэтрайдер в лесу обузит баночку себе. Второй уровень уже получил. По пятому уровню в миде у ребят. И Фурион, похоже, будет собираться через Мидас. Пил он себе перчатку скорости. И благополучно фармит. Ну, видимо, вначале будет игра без особого экшена. Хотят команды пофармить. Никто особо никому не мешает. AuRox обузят сразу по две банки. Довольно неплохая фишка. И оставил себе все-таки Магнус зачем-то пустую банку. Так, и возможно здесь Дред сейчас встрянет. Включает батарейки. Да. Возможно, все-таки Фуриону стоило прилететь. Но он отменил ТП. Вот, вернулся. У Дреда есть коги.
Коги есть у Дреда. И он их не вовремя включает. Где-то здесь он их мог включить хорошенько. И оттолкнуть Найкса. И здесь, скорее всего, еще... Нет, Фурион отпускают. И Никс Ассасин тем временем помогает Паку забрать Магнуса в миде. Dire's middle tower is under attack. А тем временем Вивер по КСу вырвался вперед. Видимо, он будет собирать себе быстрый Радианс. Фарм у него идет очень хорошо. Лич ему не особо может помешать. Нет, все-таки это будет линка быстрая. Заблочили Роксы здесь спаун эншентов с энтривардом. И Лич теперь не сможет свободное время стакать эншентов. Магнус тем временем уже получил 6-й уровень. Есть у него банк с иллюзиями. Страхует его Леон. Так, и Пак с мида улетел на топ. А возможно, они смогут сейчас вдвоем забрать. Да, забирают Лайфстиллера. Не смог он оказать никакого сопротивления. И у Дреда уже 7-й уровень в хардлайне. Это очень хорошо. Не смогли ему помешать. Тем временем, как у Лича всего 4-й. И он уже умер. Мне кажется, Иверу все-таки стоило бы с таким хорошим фармом попробовать собрать быстрый Радианс первым итемом. В Дайеровском лесу у нас заварушка. Дред соло. Соло хорошо врывается, но Монтана тратит на него ульту, чтобы засейвить Бетрайдера, но Дред его ракетами добивает. Тем временем Фура уже пушит Т1 в миде. У него 7-й уровень. И как раз прилетает Мидас к нему. Вивер забрал Т1 в боте. Гоняет он хорошо Лича. Неужели он хочет еще один фраг? Да, делает он фраг, продает тангусик, покупает ТП и улетает на базу. Благополучно. Так, где у нас Леона забрали? Просмотрела я заварушку в миде. Соло бегает за Бетрайдером по лесу. Прилетает Фура. И да, забирают довольно легко Бетрайдера они вдвоем. И Магнус сейчас, скорее всего, заберет Ванскова, да. И сразу делает тэп-аут. Никс хотел его попробовать убить. Сделал байбек, но быстрый тэп-аут Магнуса спас. Клок тем временем уже 8 уровня и выталкивает он
лайфстиллера, тем самым спасая себе жизнь. Сервер у нас, видимо, попался не очень. Из-за этого бывают небольшие лаги. Прилетает фура, и с Вивером вдвоем они забирают очень легко лайфстиллера. У Бэтрайдера тем временем Транквил Буцы, и его будут снова убивать. Соло его забирают. Соло. Никс как-то нелепо попался под ульту. Магнуса. Эо Рокс пишут ГГ. Очень быстрая игра. 11 минут. Слишком быстро это закончилось. Поздравляем. RoxKiss с победой на Gamecom Dota 2 Holiday Tournament. С вами был Санта. Специально для конкурса Flatronics On Air.